Здесь мы находимся, в этой части кладбища очень много захоронено бойцов в годы войны. Также за нами находится могила неизвестных воинов и павших также при освобождении города. Начиналось кладбище братское вот действительно по захоронениям павших солдат при освобождении города. По Подальне были вырыты окопы, и там дежурили солдаты. А когда диверсионный полк Бранденбург, как говорится, на лодках переплыли в Черепово, переодетые в красноармейскую форму РКК, да, рабоче-крестьянская Красная Армия, шли типа оттуда, как бы, в сторону фронта к Москве. И по дороге, как говорится, получается так, реконструкция, отстреливали вот этих бойцов в этих окопах одиночках. Они были с разрывом, и их не было рядом. Ну да, видно, там прикопали, и вот нашли недавно. Когда немцы пришли в город, их же не вывозили на кладбище. Их там в этих окопах и закопали. И вот этого бойца с его трехлинейкой, его тоже закопали, винтовку даже не взяли. И вот которые, когда освещение, вставляли стакан под освещение, вот случайно и подняли вот эту трехлинейку капитана Мосина. Здесь захоронены, сколько я знаю, два бойца, которых нашли при строительных работах вблизи моста через Даугаву. Да, на развилке улицы Даугавс, улицы Имантов. Ну вот мы продолжаем перемещаться по Пугулянскому лесу. Еще одно захоронение старое, гарнизонное кладбище. Что о нем известно? Когда началось строительство крепости, сразу за крепостью было выделено место для захоронения умерших и погибших солдат и офицеров. Но мы находимся на Грифских кладбищах, где захоронены рядовые офицеры Красной Армии. Группа захоронений погибших при освобождении города 27 июля 1944 года. Эта дата даже есть, да, ну, рядом с этой датой написано. Здесь мы находимся уже, сказать, в более конкретном месте концлагеря Шталаг-340. И здесь собирали с фронта, этапировали вглубь страны и в этих сборных пунктах, а потом уже их собирали уже в отведенные места концлагерей. Более 100 тысяч. Да, потому что первый год войны в плен попало 3 миллиона солдат Красной Армии. Ну, рабоче-крестьянской Красной Армии, РККА, да, на тот момент официально он так назывался РККА, да. И, соответственно, германский вермахт не мог справиться с такой лавиной прибывшего народа. Осень, зима, суровые морозы, когда под Москвой морозы падали до 40 градусов. Вот это и способствовало массовой гибели вот этих сконцентрированных в этих концлагерях военнопленных. Ну, то есть более 100 тысяч фактически погибло тогда, вот в эту осень-зиму. А общие потери населения города за войну 150 тысяч. Это и гражданские, и еврейство, все выкошенные города и окрестных местечек Латгалии. Все они выкошены. Ну, если брать пособников этого Арейса и их банду, ну, так они там уже в Риге начали громить еврейство и сожгли эту синагогу 4 июля. Загнали, там находились беженцы из Литвы, 700 человек, и сожгли живьем синагоги на улице Гоголя, дом 25, хоральная синагога Риги. Вот там они были, ну как, беженский пункт. Их там вот и сожгли всех живьем. Арес и Цукурс, вот это знаменитые эти работнички, в помощь эсэсовцам. А они из Риги выезжали и, как говорится, полномерно выезжали по местам Латвии и уничтожали еврейство. Из Риги группировка вот этого Арейса выезжала на расстрельные акции и по частям в Резекне, в Лудзе, там... Прямо здесь тоже, да? Да, и в смысле кончали. Краславы конвоировали евреев, да, по дороге возле этой... нефтебаза там это находится, да? Боровки. Часть этих евреев, колонну, которая шла сюда в Даугавпилс, да, часть их там местные полицейские там же грохнули.
Александр, где мы сейчас находимся? Мы находимся на территории, на кладбище бывшего шталага 340 за Константиновскими воротами нашей Единоборской крепости. Во время войны 41-44 год здесь находился шталаг 340. Сколько здесь людей похоронено? По исчислению Государственной комиссии по расследованию преступлений фашистских оккупантов, общая сумма 150 тысяч мирного еврейского населения и военнопленных в этом концлагере. Непосредственно вот в этом месте и был концентрационный лагерь, шталаг 340. Да. Старожилы как-то рассказывали, трупный запах прямо шел на город в течение нескольких лет после войны. Да, 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 потому что если десятки тысяч полегли и зарыты в этих братских рвах, да, то, конечно, тело-то не сливает за день-два. Оно может, ну, как говорится, медленное тление идти в течение 10, 20 лет и 30. Если сухие условия, пески хорошие, оно может лежать в песке. Ну, вот я так понимаю, вообще во всей этой месте больше военнопленных Ну, после войны была, вы понимаете, такая политика, что кто был в концлагерях, они считались, как говорится, изменниками, врагами народа. Да? Мы находимся, Александр, за тюрьмой «Белый лебедь». Ну, наша экскурсия подходит к завершению. Здесь захоронение тоже советских солдат, офицеров. И гражданских людей. И гражданских. Что в числе этих 10 тысяч погибших на этом месте, расстрелянных партизан, мирных жителей, командиров и бойцов Красной Армии, также и около более 1000 евреев. Потому что состав населения города был таков, что они составляли, ну, кажется, немалую долю населения города. Мы находимся у этого памятного места. Тоже вот он удивительно необычный, мало кто о нем знает. На этом месте, написано на этом камне, 8-9 ноября 41 года немецкие захватчики расстреляли 2000 мирных жителей Даугавпилса, детей и взрослых. Здесь ни военнопленные, ни офицеры, ни красноармейцы, а вот что-то, может, известного. Какую-то группу сюда отвели. Перевели, и тут их и уложили. Ну да, советских граждан. И вот очередной памятник евреям, погибшим в гетто. Вообще, тема еврейства, вот сколько мы ездим, пронизывает весь город. Но это неудивительно. В городе до войны проживало огромное количество евреев. Да, если мы коснемся истории города, тем, кто отрицает официоз о гибели, уголовная ответственность и тюремное заключение. А в 30-м вот так посадили на 2 года. И поэтому, как сказать, 4 июля, когда отмечается еврейского геноцида в Латвии, память сожженной синагоги на улице Гоголя, дом 25, хоральная синагога. На евреи наши собираются в синагоге и на автобусах приезжают вот сюда на поминовение и совершение молебна. Расскажите, Александр, что это за место и что здесь было в 44 году? Здесь были захоронены жертвы немецкой оккупации, в том числе местное еврейство, которое находилось предмостном укреплении, потому что как только немцы пришли в город, они велели нашить им желтые звезды и ходить по мостовым вместо тротуаров. То есть они подхватили идею из Риги. А потом 15 июля было распоряжение всем евреям собраться в центре города, и они колонны организованно были выведены в предмостное укрепление, где основалось еврейское гетто города, и окрестные местечки евреев тоже сводили, сгоняли туда. А потом оттуда по частям переводили сюда, и здесь же их расстреливали. В братских могилах хоронили. 7 ноября 41 года первый массовый расстрел, а последний расстрел состоялся 1 мая 42 года, когда была объявлена ликвидация еврейского гетто в городе. Как говорилось в докладе СС, Единоборг Юденфрай, Единоборг свободен от евреев. Какая была численность населения в еврейском гетто Даугавпилсе? Ну, общая численность евреев, которые прошли и были уничтожены в нашем гетто, составляет где-то 13 тысяч человек. 13 тысяч. Там никому не удалось спастись?
Есть один маленький мальчик, который остался в живых, Семен Шпунгин, и чьи показания легли в свод предъявленных обвинений против фашизма на Нюрнбергском знаменитом процессе. И немцы пунктуальный, как говорится, их знаменитый ордунг, порядок с немецкого, да, они каждого пленного, в принципе, фиксировали. Когда прибыл, сколько был, пометка и дата смерти. И дата смерти, до расстрела, да, сопровождали? А сейчас да, данные доступны? Да. Александр, вот у меня идея, много лет я ее хочу уже реализовать, я хочу вернуть этот памятник в крепость, там, где он изначально был. Но, правда, он стоял на въезде в крепость, где сейчас примерно кольцо. Да, на развилочке, да. На развилочке. Там была треугольная развилка. Его вернуть хотя бы в крепость, можем у инфоцентра поставить. Все-таки это памятник, это наша история. Памятник был установлен, кажется, в конце 50-х годов. Послевоенное автодорожное строительство украшало памятниками дороги. Так вот наши два оленя стояли в стропах, где сейчас стоит памятник 360-й стрелковой дивизии. Его потом оттуда сняли, и этот единственный олень стоит на Вента 76. Снят оттуда, перенесенный туда, но в частные руки. Да? Этот, как говорится, пограничник с собакой стоял при крепости. И в начале 70-х годов, наверное, мешая или изменившимся правилам дорожного движения, его сняли и перенесли сюда, в пионерский лагерь, до ДВАИУ. Орленок? ДАТУ, ДВАИУ, Орленок. Да, и вот он здесь стоял на этой территории. Когда лагерь погиб и закрылся, ну вы видите, все, здание деревянное двухэтажное снесли, домики разобрали, а это, слава богу, памятник не тронули, он стоит на месте. Слава богу. Надо его сохранить, я думаю, перенести. Да, мысли уже такие правильные, это его надо как бы вернуть внутрь крепости. Хотя бы вернуть внутрь крепости. Там хотя бы сохранить. Конечно. А то взяли бы его отремонтировать. Фотографии сохранили, все сохранилось, все сделали.